Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Infinix Note 12 Pro. И сейчас мы разберемся, как сбросить настройки приложений на данном устройстве. Итак, для начала мы переходим в настройки нашего телефона. После чего ищем настройки приложений. Они у нас здесь называются управление приложениями. После чего нам нужно перейти в список приложений. Потом мы нажмем на три точки в правом верхнем углу и нажмем «Сбросить настройки». Нажимаем «Да». И все предпочтительные настройки будут сброшены. Об этом вы узнаете через уведомление, которое вот здесь вот только что показывалось. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!